Вот и наступил долгожданный этап подведения итогов районного фотоконкурса «Родная земля. Одинцовский край». Из всех представленных работ жюри выделило 15 самых красивых и необычных. Проголосовать за понравившуюся фотографию могли и посетители выставки. Настолько мы не ожидали, что люди увидят Одинцовский край таким красивым и ярким, и причем даже вот где-то у себя во дворе какая картинка красивая будет. И после этого мы организовали уже выставку в администрации, где сделали живое голосование людей, которые могли проголосовать за любую работу. Основная цель фотоконкурса – увидеть неповторимую красоту и уникальность Одинцовского района глазами жителей. Для нас было огромной неожиданностью в итоге получать на почту ваши фотографии. Я признаюсь, когда финально смотрела уже всю рассылку, я там чуть не прослезилась, потому что настолько неожиданные ракурсы, настолько все это с душевной теплотой снято, показано, и порой действительно необычное в обычном. В конкурсе, который проходил в 3 этапа, принимали участие как настоящие профессионалы, так и любители. Но все они смогли, как это говорят фотографы, поймать удачный кадр. У меня большие собаки, я очень люблю гулять. И рано утром просто совершенно случайно увидела такой свет и запечатлела. Победителем районного фотоконкурса стал Василий Мясоедов, который считает, что возраст для занятия любимым делом не помеха. Я фотографией начал заниматься с детских лет. Ну, возраст сейчас 70, так что не будем определять стаж все это время. Люблю фотографировать. Раньше было, как говорится, свободное от работы время. Сейчас, уйдя на пенсию, серьезно увлекся фотографии. Второе место занял самый юный участник конкурса. Его работа – сочный алый закат в больших изюмах. Я на балконе с 8-го этажа фотографировал, без штатива, ничего не получалось. Потом поставила и делал затемнение, режимное затемнение, и было видно все. Наталья Кошелкина, снявшая припорошенные снегом яблоки, и Даниил Солтер со своей работы «Взгляд ребенка» разделили почетное 3-е место. Приз зрительские симпатии получили фотоработы Евгении Мансуровой и Владиславы Андрюниной. Возможность раскрыть свой талант, передать через фотографию красоту родного края, выразить чувства через фотообъектив – все это участникам конкурса без сомнения удалось. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».